Всем привет! Сегодня на распаковке у нас будет один пакетик с очень интересной историей. Здесь находится у нас юбка-шорты, купленные за 662 рубля. В пути по треку номеру находились 19 дней. Заказ был сделан 23.02. Продавец мне пишет: вот тебе трек номер. Я типа выслал быстро. И трек вообще не трекается, ничего, неизвестно где он. И после того, как я 19 дней назад написал ему, где мой заказ, потому что уже срок скоро закончится, вот, и он мне сразу выдается информация. То есть, походу, продавец или мошенник, или я не знаю, как там получилось, что заказ лежал очень долго. То есть 23-го я заказал, плюс там обработка, ну плюс 5-7 дней допускаю. Вот остальное время непонятно где находился. Или не высылал. Давайте вскроем, посмотрим. Заказывался это дочери. Уже, если честно, думали, что это кидок. Ну, так, не порезать, тут прям вообще он плотно уложил. Так, давайте так надорвем. Не будем ножом пользоваться. Так. Ни извинений, ничего от него не дождались. То есть какой-то мутный продавец. Так. Так, она безразмерная, написано один размер. Не знаю, по ссылке посмотрите. Так, здесь у нас ленточка или пояс. Запах. Не пойму, откуда фенола. Вот от этой вот. Фу, блин, это вообще невозможно. Это вонище какая страшная. Так, юбка не пахнет, ну то есть пахнет какой-то вот вещью, бренд Fat Solo какой-то. Так, вот так вот сшитый, это у нас имитация под юбку. Так, давайте посмотрим качество. Резинка. Грязный какой-то, вот он пришел, не пойму. Не знаю, это стирается, нет. Посмотрим. С этим продавцом надо быть аккуратнее. Не знаю. Ну вот, смотрите, качество пошива. Так, в принципе, все прострочено. То есть где-то что-то торчат нитки. Но я думаю, это не совсем беда. Вот. Самое главное — внешний вид. Так, здесь у нас тоже нитки. Ну, Китай. Слушайте, это... Фу. Вот он в помещении, видать, все отдал. Запах, конечно, стоит ужасный. Китайщины вот этой. Так. Что ж ты, никак не разберусь. Вот. То есть вот такие вот юбка-шорты. Вот, сейчас пойду отдам дочери, пускай померяет. И скажу вам, большие или там маленькие, не знаю, там есть таблицы или нет. То есть ссылочку положу, вы посмотрите. Я вам скажу, подошли они ей или нет. Так, продолжаем. Размер... В принципе, подошел. Сначала думали маленькие, вот здесь вот подвернулась штанина, вот они, знаете, немножко стрейчевые, но из-за того, что вот швов много, они ограничивают. Вот, вот это вот подвернулось, и показалось, что малые, то есть на вот
Здесь что-то пораженные, походу, китайцы еще и курят. Вот. Короче, вот так. Все соответствует, все подошло. Здесь тоже. Ну точно, китайцы курят, походу. Потому что вот какие-то дырки непонятные. Так, здесь нет. Но это мы уже потом подумаем, что с этим делать или спор открывать. Потому что на вещах, я думаю, не должно быть дырок. Ну, там их не видно будет. Вот. Все соответствует. Кстати, вот это выветрилось, уже не так воняет. Первое вообще невозможно даже в комнате было находиться. Сейчас ничего. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.